твою мать, ползуха, ну ты чего? Ну успокойся! Прости меня! Товарищи, рад приветствовать вас на канале Holy Reptiles. В этом выпуске мы будем рассматривать кокон макуляты. В этот раз я ее развел в террариуме. Террариум делал сам, поэтому он не особо аккуратно сделан. Для себя, что называется, террариум высотой 20 и шириной 15 на 15 для некрупных древесников или норников. Непонятно, куда отнести макуляту, но на самом деле, мне кажется, больше все-таки к древесникам. Хотя мелочь всегда прячется в норах. Вот, такие террариумы отлично подходят. Небольшой размер и там вполне комфортно. У нас есть, значит, кокон здесь, который прикреплен к стенке. Вот самка его здесь сверху сидит, охраняет. Я, собственно, буду вскрывать кокон, показывать вам, что там внутри. Она его вот так вот в углу уютно расположила. Первым делом сейчас будем вылавливать самку. Для начала снимаем дверь. Так, вынимаем поилку. Вынимаем один элемент укрытия. Так, ну а дальше, конечно же, начинаются фокусы. И тут главное быть аккуратным. И в том числе хорошо владеть своими руками. Руками я, конечно, ловить ее не собираюсь. Отлично. Самку поймал. Смотрите, вот кокон. Обратите внимание, какой он уже плотный. Сейчас я просвечу его с другой стороны фонариком. Скорее всего, даже вы там увидите пауков первой линьки и прям вот их лапки, если все повезет. Если, вернее, нормально получится снять, я хотел сказать. Сейчас я с внутренней стороны буду подсвечивать фонариком. Видите, нимфы бегают. Вон они побежали. Вообще, я рассчитывал, что там будут уже первые линьки, пауки. Но, судя по этому видео, похоже, что там нимфы. Смотрите, они наверху их немножко есть. А на самом деле они все опустились вниз. И вот здесь даже уже фонарем не так можно хорошо просветить, потому что там их прям максимальное скопление. Вон они все шевелятся. В принципе, это даже плюс, что я смогу выловить нимф, потому что вылавливать потом паучков первой линьки немножко посложнее. Теперь настал момент истины. Я хочу прям весь кокон целиком от стенок оторвать, не просто его надорвать, чтобы нимфы высыпались, а я хочу его прям таким мешком забрать. Не знаю, насколько это получится, потому что коконы статичных пауков я вообще ни разу не отбирал, они всегда у меня выводились сами. Смотрите, как получилось. Отлично. Сейчас на пластиковой крышечке будем его вскрывать. Вот такой вот кокон. Из статичного сделали его практично. Можно теперь подсунуть какой-нибудь самке псальмы, и пусть она его как суррогатная мать выносит. Вскрываем статичный кокон, который я превратил в нестатичный. Можно сказать, слепил его сам. Так, макулятки. Я точно знаю, что вы там есть. Там нимфы второго порядка.
Пожалуй, я их сразу высыплю сюда. Так, сейчас немножко надорву еще и вам покажу. Я думаю, их, ну, прям больше 200. Что достаточно неплохой результат. Да, смотрите, вообще прям очень много. Очень много нимф. Как жаль, что это всего лишь макулят. Они уже даже начинают темнеть на самом деле. Поэтому весьма-весьма скоро они пойдут в первую линьку уже. Друзья, примерно через 10 дней все макуляты полиняли, и вот заветная коробочка с ними. Так выглядит мелочь, смотрите, сам пришел в гости посидеть, на пальчики подружить. Давай телефон, фокусируйся. Вот так выглядит мелочь. Скорее всего, я сделаю конкурс, так что угадывайте, сколько пауков итого получилось в этом коконе. Я думаю, их не меньше 150. Угадывайте и получите некоторое количество этих чудесных пауков бесплатно. Макуляты, напоминаю, пауки не для новичков, но зато ни хера не фокусируются. Зато очень красивые и шустрые, и, предупреждаю вас, ядовитые. До скорых встреч!